Посмотрите, какой красивый банк Коронадо. Ой, какой большой, красивый. А эти золотые, вот эти арочка, двери. Ой, красота. О, он, кстати, он еще действует. Ну нет, он не работает в выходные дни. Если вы не хотите пропускать мои видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы всегда быть в курсе моих новых выпусков. А еще, кстати, мы увидели, вот видите, от знания гибнет народ. Если бы Яна, мы уже сидели на остановке, но если бы Яна не открыла нашу вот этот мэп и достопримечательности, что здесь есть, мы бы не узнали, что у нас здесь есть еще бесплатный музей, который входит в наш вот этот троллей, автобусный тур, который мы изначально заплатили. Кстати, мы заплатили $38 за каждого. $38 за одного человека. И тур с 9:30 до 4. Самое последнее, автобус в 4 отправляется. И смотрите, мы можем посмотреть, что здесь на каждой станции есть какой-то там музей бесплатный. Там какой-то полицейский музей, там где полицейские работают. Потом еще Old Town Railroad, это электрички, там где поезда в Old Town, Сан-Диего. И посмотрите, мы сейчас находимся в Коронадо. Вот тут написано еще исторический музей Коронадо. Ой, какая красота. Мы сейчас идем туда, и он вообще-то бесплатный. Тут написано, что 20 минут идет видео, короткое, показывается о уникальной истории Коронадо. И мы такие, конечно, надо обязательно пойти. О, посмотрите. И вот мы сейчас включили Google Map, 4 минуты идти. Какая прелесть. О, как мило. Еще, наверное, музыку надо. Ой, вкусными конфетами пахнет, Яна. О, кайф. Ой, как же пахнет. Поэтому 50% скидка на вот эти. На только вот эти. Какая узенькая дорожечка. Переулочек. Собачка, он так тянет собачку, жалко. Бедненькая. Маленькая девочка. Короче, то мы вот решили, идем. Скоро мы дойдем до этого музея. Historical Museum. Зашли. Исторический музей. А что он сказал, что это началось несколько минут назад или сейчас начнется? Скоро закончится. А, закончится? А, наверное, там по партиям запускают. Говорят, я говорю, что нужно показать, а они говорят, ничего не нужно показывать. Просто заходите и join. Присоединяйтесь. А потом сказали, а вы откуда, у вас такой акцент? И мы, Сакраменто. Они, это не Сакраменто акцент. А мы такие, с Украины. А Яна такая, с Беларусь. Они, а, привет. Так что здесь? Ого. Я как будто зал заседания. Зал заседания. Или как он там по-украински, по-русски. Ой, такие красивые, как будто тут Christmas gifts. О, конфетки можно брать, кстати. Пахнет. Так, жалко, когда гида нет. Ты не знаешь, что смотреть и что это означает. Да, все-таки с гидом всегда лучше и интересней. А это и... Historical and Art Museum. Исторический и с картинами. Что это? Ставить коин сюда? Все. Мне только что Яна объяснила, что вот это. А я думала, это куда-то смотреть. Я не вижу вот это. Я вижу вот это и думаю, где что написано. Иногда, знаете, когда показываешь одно, ты не замечаешь. Потом, когда я видео просматриваю свои же, я замечаю, тю, это же написано вот. Смотрите, максимум 2 часа это парковку оплачивать по 10 центов или 2... Даже копейки. О, с 8 до 6, с 8 утра до 6 вечера. Тут вы вставляете копеечки, вот тут отсчитываете, сколько минут оно.
Unexperienced time. Сколько еще не прошло. И все, это за левую машину. Точно, оно же написано this car and this car. Вот сюда, это на эту машину, это сюда. Ну вот, короче, вы будете знать, что это раньше были парковочные такие машинки. Хотя у нас чуть-чуть лучше изменилось, но почти такой же самый смысл. Не, не хочу конфетку. Яна нашла конфетки. Хочешь, бери за меня. Гранада during Vietnam. О, гранада во время Вьетнамской войны, да? Тут письма пишут, что происходило, что в газетах писали. О, лидирующие девушки, которые были лидерами. О, ух ты! Virginia State for the... Окей, значит, она еще не умерла, потому что у нее нету даты смерти. Значит, она в 29-м году родилась. Такая она. Вот это умерла женщина. Вот это еще тоже жива, которая тоже пережила. Женщина в истории. А значит, вот это можно сказать, что это костюмы раньше, в которых ходили, да? Наверное. О, аксессуары они такие, значит. Жемчужное ожерелье. О, это шерстяной сьют. Шерстяной вот это костюм. Ух ты, такой розовый. А вот это платье какое. Что здесь за чашечки? Yellow silk. О, dress. Это этот, как его, silk, это... Забыла, как его сказать. Шелковистое, вот. Желтое шелковистое платье. О, было сделано... А, не, own it. Это... Вот это платье реально носила женщина, которая... Имя Патси Крейтон. Калифорния. В Калифорнии. Такое шелковистое платьечко. Ух ты, я бы его с удовольствием померила. Очень красивенькое, миленькое. И спинка красиво смотрится. Представляете, сказали, что вот этот автомобиль, вот этот, он ездит на 4 July. Радио. Какое радио в этой машине? Оно такое военное. Ага. То получается, сказали, что эту на этой машине ездят, знаете кто? На Рождество ездят и на этот, на параде, и на 4 июля, да, День независимости Америки. Берут эту машину и ездят, а она ездит, вы представляете, не просто стоит, как металл, она реально, двигатель работает, она ездит. Ой, какая машина. Привет! Ого, какой здесь этот. Классно. Я бы хотела туда залезть. А что там? Там много места, кстати. Ой, что такое? So, the biggest change came 50 years ago with the bridge. Before the bridge, we had a ferry off at the end of First and Orange, but the ferry couldn't handle the traffic that the military is producing. Yeah. So the bridge was brought in, and the bridge was originally paid both ways, and then paid one way, and then it got paid off. Yeah. And then the bridge had to be tall enough to allow the Navy ships to get into the South Bay. Говорят, что большой сделали мост, чтобы могли большие корабли переплывать по низу. I just translate. Это не island? Not an island, a peninsula. We're connected. It's connected. Connected to the south. Oh, okay. Короче, это оказывается не island. It's about 25 miles if you do a loop. Loop on the bicycle, but you would have to do the ferry also. Короче, видите, вот это Коронадо, а вот у нас такая маленькая заметка, но... Оно соединяет обычный Сан-Диего остров. So from 1900 until 1939, people would come and stay in tents south of the hotel before the road that
connects to the south was put in, there was a trolley. But for the summertime, people could come and stay in the tents, much cheaper than staying at the hotel. The hotel was like $2 a day, and this was like $4 or $5 per week. Coronado Hotel? At 1900. Это в 1900 году был Coronado Hotel, и люди приезжали, чтобы не платить по $2 за сутки, они предпочитали жить в таких наметах, в домиках, ну, в таких палатках. 1888. А, в 1888 году он был построен. А уже в 1900-м уже люди приезжали и жили в своих, типа, палатках. Классно, круто. Do you know what is the price to live in Coronado Hotel right now? $300 or $400 probably a night. Okay. $300-$400 чтобы прожить ночь. $300-$400 Минимум. Минимум. Короче, минимум $300-$400 за ночь, чтобы переночевать в отеле Coronado, в котором мы только что были. There's a house for sale here on Ocean Boulevard called Crown Manor. Used to belong to the owner of the Hotel Del, Larry Lawrence. 19 bathrooms, 17 bedrooms, $25 million. Two doors down from the Crown Manor, it's a big one. You can see the trees on a big one. It's a big Tudor. I mean, it's a big property, one of the biggest properties. But it's private, right? Private. Mm-hmm. It can only be a home. It can't be a hotel or anything like that. So two doors down from the Crown Manor is another house, and it was built by Spreckles. Mm-hmm. Spreckles was houses for sale. But it's already sold. Yeah, those are all sold, but that so you'll see the prices. Посмотрите, $3 million проданы дома. Сколько? 4 700. 5. Вау. И сейчас вот эти дома продаются. Посмотрите, какие цены. Thank you. Сказали, можно газетку взять. All right. Cool, you guys. Thank you. Can I take this? Yes. Yes. Yeah. Thank you guys for stopping by. Thank you. Okay, happy holidays. Really, you too. Merry Christmas. Thank you. Thank bye. You. Bye. Yes. Oh, так мило. Ещё газетку дали. Всё? Да. Всё? Пошли на автобусную остановку. Have a holly jolly Christmas. Ла-ла-ла-ла. Ух ты! Смотрите, какое ужасное. Ужас. It's Christmas time in the city. $5? Да, это так. Сан-Диего. У меня есть такая Санта-Крус. Это сейчас клиренс. Все по 15 вообще-то написано. Любые кофты за $15. Это очень круто. Да, это 5 футболка. Потому что цены кофта. Ой, какие детские. А, вот почему. Мы уже сели в автобус. Теперь мы сидим в самом конце. Ветерок такой. Вот эти домики, которые мы смотрели. О, вот эти дома. Вот этот был построен за $15 миллионов, по-моему. Да. Который я вначале говорила. Мне холодно.
сейчас заехали в парк, который называется Balboa Park, и сказали, что здесь 60 музеев и 70 минут ходить пешком до Сан-Диего Зу, в которой я была вот несколько месяцев назад. Ой, как здесь круто! Представляете, 60 музеев. Здесь очень большая территория, и люди ходят или пешком. We're completely full. I've had four trolleys sent out. There will be another one here in 15 minutes that has seats. There'll be two coming behind this. У нас автобус полностью занят. Люди все хотят уже ехать назад, а они не могут, поэтому должны ждать еще 20 минут, чтобы пришел следующий автобус. Здесь много разных столиков и продают свои картины, какие-то изделия, которые руками из глины, какие-то... Ой, посмотрите, а вот это каждый дом, он с определенным флагом, и это и можно через окошки, и в каждый дом заходишь, и видишь именно архитектура и культура той нации, именно того флага, который был на этом доме. Я помню. Это туалет. Воскресенье, а в черную после обеда здесь концерт проводят. Все, мы заехали в самую крутую локацию. Здесь вечером олени. Не вечером, очень красиво светится, но это мы увидим позже. Тут классно. О, смотрите. Санта-Клаус. Тут классно и приезжать на самокатике таком, на скутере, потому что ходить тут очень сложно. А на самокатике тут круто. И много больше всего можно увидеть. Ого, посмотри на эту машину. Ого, что с ней? Что это? Ну что же это с ней? Ужас. Ого, посмотрите! Какая она страшненькая. You can get out in Little Italy, and you can get out at the next stop. But I can't have you standing up while this thing is moving. The police are watching me. И тут тоже очень много разных монументов, всяких скульптур, архитектур, музеев. Вот тут тоже. Okay, so ahead of us in the corner there to the right Фонтан, летом. Тут дальше тоже, как вы видите, там очень красиво. Но мы это уже завтра пойдем, мы поснимаем больше с вами. Очень красиво. Вот еще раз арт-институт. Ой, Санта-Клаус из Хилля. My mom is sick to me. Как грустно, чтобы Санта-Клаус нуждался в донейшн. Музей мужчин. Надо посмотреть. Сан-Диего 300 солнечных дней.
Поэтому, если вы хотите получать только солнце, приезжайте в Сан-Диего. Здесь средняя температура 20 с чем-то градусов, он сказал. Я думаю, это 20 с чем-то, это только... Ну, это в среднем, потому что есть холодные дни, а есть теплые. Но здесь не так, как в Сакраменто, 100 градусов, по Фаренгейту это 40. Ну, там просто как парилка. А здесь именно там 70-80 градусов по Фаренгейту, тут 25 градусов, но здесь не такая парилка, а просто тепло. Ну, и всегда солнечная погода. 300 солнечных дней в году, из 365. Класс, очень круто. Сейчас я вам показываю, что мы сейчас находимся на улице, которая называется, райончик, вернее, называется Little Italy, маленькая Италия. Кто с Италии? Вы думаете, это все похоже на ваш райончик? Еще осени даже не чувствуется, не пахнет. Италия. Вообще не пахнет. Спагетти. Вау. Смотрите, красивый какой. Маленькая Италия. Firefighter. Можно посмотреть пожарников. Внутренность. Я имею в виду внутри, как у пожарников в Америке. За бесплатно, потому что у нас есть этот стикер. Что мы... У нас есть этот тур автобусный, поэтому все включено. Ой, сколько много музеев для нас. Все, это уже не маленькая Италия. Но это уже, скорее всего, большая Америка. Поворачиваем на главную улицу маленькой Италии. Сейчас покажу вам. Смотрите, ресторанчики все итальянские. Ух ты. Ординарные десерты, к примеру. Например, не знаю. Ой, смотрите, щелкунчик. Ой. Вон же, видите, написано sign. Italy. Little Italy. Маленькая Италия. Okay, so, do we have anyone getting out here in Little Italy? Мы едем на конечную. По конечной остановке. О, маркет. Он бун. Бон аппетит. Бон аппетиту. Аппетит. Ой, какая красивая маленькая Италия. Посмотрите. Ой, какая красивая. Ух ты, а на втором этаже как красивенько сделали. Прям полностью прозрачные. Прозрачные стены. О, мы снова приезжаем. Класс. The tuna weigh 400 pounds and had razor sharp fins, and they will cut you to ribbons if you got near them. Когда Рождество, здесь такое волшебное чувство всегда. Самокатов прям очень много. О. Above the stop sign, that is a picture of Gunnery Sergeant John Bassolone, and this is the Piazza Bassolone that's there to honor him and the other Italian Americans that did not make it home from World War II. He was famous for a battle that became known as the Battle of Guadalcanal.
все, наш тур уже закончился. Хотя можно вообще... Я не знаю, для кого этот тур рассчитан, но если ты человек, который любишь все смотреть, узнавать, ходить, рассматривать и наслаждаться всем, а не торопиться, скажи, тебе просто целого дня не хватит. Мы были только вот в Коронадо, сразу же первая остановка была в Коронадо, и вот сейчас мы даже... И все, время прошло, а осталось 20 минут до... самого последнего автобуса, а мы приехали на 30 минут позже открытия, мы в 10 выехали, наверное. Короче, это хорошо, то, что мы поехали в Коронадо, потому что завтра мы уже сможем больше проводить время на этой, да, на этой территории Сан-Диего. И мы сейчас очень устали, потому что мы не обедали, мы голодные, чуть-чуть бессильные. Все. Мы сейчас едем в отель кушать. И спать. Не, не спать. Сейчас мы едем в отель, мы покушаем, отдохнем, а потом у нас вечером еще одни планы, о которых вы узнаете чуть позже. Приехали мы домой. Хай. Оказывается, у нас, смотрите, еще. У нас можно купаться. Бассейн с подогревом. Вон там дальше с подогревом. А, джакузи. А это без подогрева? А ну да. They say that it's like should be warmed up. No. У нас ключи. А, джакузи. Джакузи теплый. Вот с 8 утра до 10 работает джакузи там, нагревается, а потом пул холодный. Ну как раз то, что треба. Ой, кто-то стонет так. Сейчас мы пройдем через наш главный вход. Отель, а то мы всегда через гараж, через гараж. Ой, какие у нас печеньки есть, красивые. Декорации какие красивые. Тут у нас есть кофе, чай. Включай. Может, прочь. Окей. Наш любимый отель. Кафе. Ну, сейчас сделаем.